На часах сейчас 8 часов вечера, и как вы уже поняли по названию этого видео, сегодня я покажу вам, как проходит моя вечерняя рутина. Да, последние 2 недели я разрабатывала себе, так сказать, идеальную вечернюю рутину, которая меня мотивирует на хороший день, на следующий день, и мне будет очень приятно вместе с вами ей поделиться, так что... Всем приятного просмотра! Сегодня днем я забыла полить цветы у нас дома, а я это должна делать каждый день. Так что, как начало сегодняшнего нам с вами вечера, мы с вами будем поливать цветы. На улице, конечно, темно, немного страшновато, но что поделать. Асти, тихо! Цветы полили. Очень страшно, но я выжила. В общем, пока я снимаю свои аксессуары и готовлюсь к душу, да, сейчас я пойду в душ, хочу вам рассказать, в принципе, на что направлена, так сказать, моя chill evening рутина. Я в последнее время пытаюсь как можно раньше вставать, и для того, чтобы рано вставать, нужно хотя бы за час до вашего сна как можно меньше использовать телефон. И вот за этот час я пытаюсь заранее выложить весь свой контент, чтобы потом телефон не доставать, и просто как можно больше времени до своего сна проводить в моменте, без экранов, без компьютеров, без телефонов. И именно это помогает мне замотивироваться на следующий день, именно это поднимает мне настроение, и именно это, так сказать, действует на ментальное мое здоровье. Так что, если у вас бывают дни, когда вы ужасно себя чувствуете и не можете рано встать, не понимаете, почему у вас дни проходят непонятно как, спросите себя, как вы проводите свой вечер. И если вы его проводите 3 часа ночи, скролля ТикТок, то, скорее всего, вот ваш ответ. Да, пойдемте в душ. Душе, помимо, так сказать, своей бодикер-рутины, я также делаю часть своей скинкер-рутины. Умываюсь клинзинговым бальмом, потом использую умывалку, а также чищу зубы, потому что в душе мне это гораздо проще делать. Я сушу свое лицо бумажными полотенцами, потому что на обычных полотенцах очень много бактерий. И мне, как человеку, у которого и так очень сильное высыпание, просто акне — это главная проблема моей жизни. Так что, чтобы еще больше бактерий не было, мы используем бумажное полотенце и потом наношу тонер на лицо. Да, фиг знает, работает ли это или нет, но рекомендуют им пользоваться, так что мы с вами им пользуемся. Сразу после того, как я выхожу из душа, я создаю себе, так сказать, приятную атмосферу у себя в комнате, так как это то, что заряжает меня и поднимает мне настроение в мой вечер. Ну что, атмосфера в комнате создана. Я также одела свою пижаму, нанесла баттер на тело, body mist, чтобы вкусно пахнуть. Это то, что тоже мне помогает, так сказать, фокусироваться на себе, проявлять любовь к себе. И теперь мы с вами переходим к вечерней фейс-рутине, хэр-рутине. Короче, что я делаю обязательно каждый вечер перед сном? Во-первых, я наношу вот такой вот специальный гель от Post Acne, от Clinique. Он, по идее, должен отбеливать немного лицо от этих вот покраснений. И не могу вам сказать, хорошо он, нехорошо работает, но я не знаю, что вам сказать, но все говорят то, что это очень хороший продукт, так что я хочу его пропробовать как можно больше, и только потом, со временем, можно будет вам сказать, работал ли он или нет. Пока я не знаю. Для своего лица обязательно перед сном я наношу Laneige Lip Mask. Это специальная маска для губ перед сном, она очень тонизирует ваши губы и
создает такой, знаете, plumping effect. Yes. Дополнительно я также делаю себе прическу перед сном, но не то чтобы, знаете, там какую-то шевелюру. Нет, я просто заплетаю две косички, потому что у меня очень густые волосы, и если я их просто вот так тут оставляю ночью, то на утро у меня происходит капец с головой, так что мне нужно обязательно их заплетать. И плюс утром я просыпаюсь с такими красивыми, знаете, кудряшками, так что давайте заплетаться. Знаете, что я люблю больше всего, чем шоколад? Ничего, это был вопрос с подвохом. Ничего я не люблю больше, чем шоколад, но вечером я очень-очень сильно люблю себе заваривать чай. Боже мой, я только что поняла, какая это, блин, тупая шутка, но проехали. Я очень сильно люблю себе заваривать вечером чай, потому что он успокаивает. So let's make some tea. У нас дома есть прям вот такой вот контейнер со всеми чаевыми пакетиками. Открывайся, дорогой, пожалуйста. Короче, здесь куча чаев. Здесь вот такой вот есть Кейлан Tea. Есть манговый с клубникой. Есть малинка. Есть просто Липтон. Я, скорее всего, заварю себе вот этот вот, потому что у него есть такой сладенький вкус. И даже без сахара его очень приятно пить. Для хорошей вечерней атмосферы я включаю Spotify. У меня есть отдельный вот такой вот плейлист, называется Chill Mix, со всеми моими любимыми такими спокойными песнями, и это очень помогает мне расслабиться вечером и, в принципе, знаете, подготавливает меня ко сну. Я об этом говорю уже не в первом своем видео, но каждый вечер я пытаюсь вести свой дневник, так сказать, подводить итоги своего дня, выписывать свои мысли на бумагу. Это очень помогает с ментальным здоровьем, и, в принципе, писанине очень-очень много плюсов, так что это одна из ритуалов моего вечера, которая помогает мне настроить мои мысли на следующий хороший день. Когда у тебя мысли слишком быстро работают, что ты не успеваешь с собой писать, и у тебя начинает болеть рука. После того, как я записала все в своем дневнике, я перехожу к последней и к самой лично моей любимой части моего вечера. Это то, что заменяет мне мой телефон перед сном, то, что заменяет мне TikTok, Instagram, и это чтение. Да, честно, я не любитель книжек, но если я нахожу книжку, которая мне реально нравится, и я в нее погружаюсь, то я могу ее читать просто часами. И сейчас я читаю книгу «После». If you know, you know, да. И перед сном очень-очень классно. Это помогает, чтобы заснуть, чтобы, так сказать, помедитировать, попридумывать вот эту вот идеальную сказку своей жизни. Но чтение мне заменяет мой телефон, и я очень рада, потому что перед сном залипать в телефон — это вообще самое ужасное, никому не советую, хотя у меня тоже такое было. В общем, читаем, да. Но перед этим я отключаю весь свет у себя в комнате и оставляю только одну свечку около своей кровати, чтобы, так сказать, было удобнее читать. Потому что, когда я уже перехожу вот в эту вот, знаете, стадию сна, мне лень подниматься и каждую свечку задувать, так что я сразу в
все отключаю, чтобы когда я уже была готова ко сну, я сразу выключила свет, отключила одну свечку и спать.